Нарежьте килограмм шеи на стейки толщиной 1,5 сантиметра. Стейки отбивать не нужно, лишь сделайте проколы вилкой в нескольких местах. Нашинкуйте репчатый лук полукольцами. Добавляем минеральную воду. При хорошем массировании она полностью впитывается в мясо. Далее добавьте смесь перца, соль, чайную ложку с коркой, молотый чеснок, острую грузинскую аджику и щепотку зиры, но это сугубо по вашему личному желанию, пару ложек растительного масла. А вот теперь хороший массаж мясу просто рекомендован до полного впитывания минеральной воды. Мясо убираем в холодильник на пару часов. Картофель тщательно отмытый режем на половинки. Если картофель крупный, то будем резать дольками. Если же вам не удалось найти картофель в молодой кожице, смело очищайте его и режьте также дольками. Добавьте соль и молотую паприку. Паприки я добавляю много, люблю, когда картошка получается красивого, яркого цвета. Также немного полейте растительным маслом и все хорошо перемешайте. На дно глубокого противня выкладываем лук, вместе с которым мариновалось мясо, а поверх лука выкладываем картофель. Поверх противня укладывайте обычную решетку из духовки и на нее выкладываем мясо. При приготовлении весь мясной сок будет стекать в картофель. Большой плюс приготовления таким способом, что мясо можно убрать заранее, не пересушивая. Вот таким способом готовим в духовке при 200 градусах. Сочное мясо уже готово, снимаем его, а картофель готовим еще 10 минут. В этом рецепте, я уверена, на все 100% равнодушных не останется точно. Ставьте лайки, друзья, готовьте с удовольствием. И до новых встреч в следующем видео.